Ты бачила, что творится на улице? Еще раз, тебе не нравится? Да. Еще раз. Сейчас найду твои кринжовые фотки. Сняла Доте охеренное видео. Наложила офигенную музычку. Она говорит, не выкладывай, мне не нравится. Да подожди, что ты влюбился пока. Мне нравится. Та не близко хоч. Я даже не бачу, что там. О, господи, Аня. Что за тебе музычку красивую наложи, будет все хорошо. Сняла я красивое видео, как идет красивая девочка. Там такая музычка. Мне не нравится. Ты думаешь, это все? У меня еще есть. Покажи. И что? Яка заглянула, такая выглянула. Покажи. Сейчас мы Джизда Пинк подставим, и будет все хорошо. Аня, если оно залетит мне на миллион просмотров, я буду только... А мы пишем. Я буду только рада. Ну, я так хотела выставить один видосик. Мне не нравится. Ань, $100. Нет. Мне за какие деньги? Серьезно? Нет. Раньше она говорила, не снимай меня, у меня прыщи. Ты что, не чуешь меня? А сейчас мне ей не нравится. Твой монтаж ужасный, фу. Я что, плохо монтирую? Да. Вот так. Не спишь. Бессонные ночи. Все самое лучшее. Себя обделяешь. Да. Вкладываешь все самое лучшее. Сейчас скажи, что ты будешь до психолога входить. Конечно. Прорабатывать а маму. По-другому. Я уже не знаю, куда мне податься. Можешь выйти и на маршрутке поехать додому. Угу. Можешь ты выйти, а я поеду давай, додому. Давай, я посмотрю, как ты тронешься. Метр 100 хотя бы проедешь. Боже, как трудно. Боже, как трудно. Капец. Короче, просто. Я тебя словила на слове. Ты сказала, снимай мне обычное видео. Когда я хочу. У тебя уже прыщи прошли? Когда я в настроении. Господи, а когда ты в настроении? Никогда. Короче, у нас запланирован маленький шопинг. Мне надо дойти до Брокарда. Угу. Пойдем, что поедем? Конечно, поедем. А я не хочу, мне так не нравится. Так, вообще спрашивай. Мне нравится ходить пешком. Вот все так будем ездить с тобой в Днепр, Аня. Вот так. Чу-ч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 у. Да, лучше, чем на автобусе. Да. Все. Гоу! Всем привет! Мы на месте. Ах, Тотя! Всем привет! Вы на канале? Мисс Ани! И мисс Вали! Значит, первая остановочка Юск. Юск. Нам треба кое-что приглядеть, кое-что подсмотреть. Я закрыла машину. Ну, здесь не основное. Основное будет дальше немножечко. Но Юск тоже можно не пройти мимо. Стаканчики, Дотя, и мне надо штучка... Хэллоуин. Нет, и мне надо штучка под полотенцедержатели, вот. Який Хэллоуин? Хэллоуин! У тебя одеть нема шо? Хэллоуин. Как она придумает? Подставка под полотенце, запомни. И... Что это? Стаканчики, посмотри. Что это там? Чтоб я не забыла. Юск! Открывайся. Так, пошли сразу на стаканчики и на эти. Ну иди, я потом тебя догоню. Ань. А где Ань? Дочь, найди мне полотенцедержатель. Часики. Угу. Боже, так бы ходил и ходил здесь, гулял бы и гулял. Ой, я нашла, Ань, только деревянная нашла. Я хочу черную подставочку, тримач. И не сильно хотелось деревянную. Сейчас мы еще посмотрим. Да? Шашечки? Да, только нет таких. Ой, а это под что? Подставочка. Пепельничка. Я не люблю такие толстые ложки.
Боже, гляньте-ка, пыпточка 90 гривен. Ой, кстати, кто увидит вот такие свечи, берите, не раздумывая. Обалденная. Имитация настоящих свечей. Рекомендацион. О, они-то и все получают. Вот, видите, она горит, как настоящая свеча. Поняли? Она на... Ой. Она на батарейках. Она сама. Ох, вазочки. Ой, коврики, боже. Я хочу такой белый. Это на стульчике. Или нет? Нет, это не на стульчике, это на пол. Да, классно. 275 гривен. Красиво? Побольше. Как коврик. Обалденное качество такое классное. Класс. А больше нету, видите? А, вот есть только серые. Серые. Во-первых, это маленькая. Глядите, по 175 гривен. Это вообще. А вот есть по 350. О, это больше, да? Так вот, по 175 точно такое, как... Или нет? Не, оно меньше, да? Ну, черная, по 350. Ну, какой черный? Какой черный? Хорошее качество. Какое берем? Бирюзовое? Ага. Да? Красивое. Гляньте, мы нашли на 50 гривен дороже за 400 гривен. Тут махра плотнее. Ань, давай с этих выберем, наверное. Какой цвет? И тут цвета зеленый. Мне не нравятся. Зеленый. Зеленый? А под что нам зеленый? Не под что. У нас есть зеленое такое полотенце, по-моему, было. А ну разверни, как оно красиво. Вот это красивенько, но здесь тоньше махра. Фу, не, ну некрасивая, не, вообще некрасиво. Давай еще а смотреть. Вот это а это бирюза а? Красивая. Ну, я сейчас поношу, подумаю, может, еще где-то найду. А это такой, как ты развернула, или это другой цвет, глянь? Вот, лежит. Такой. Такой же, только оно меньше. А вот еще, смотри, сколько выбора. А ну, цвет есть красивый? Не нравится? Мне тут не нравится. Серое я не хочу. Это зеркало? Бежевое. Ну, так оно маленькое. 175, но маленькое. Вон, смотри, со слонами есть красивое. Не? Ну, серое опять. Так, сейчас мы осмотримся. В общем... Вагаюсь между вот этим цветом и вот этим. Ань, какой? Да? Красивый тоже. Ну вот его и возьмем. 400... Пошив. 400 гривен в акции. Все, идем дальше. Красивая. Доча, нам надо вот такое кресло. А что бы не мне? То, что у меня белый стол. А, ну да. А у меня белый ковер. А ну присядь, тебе лыщик. Присядь, тебе лыщик. Да, я присяду. Ресички усёлся. Здесь вот наши стаканы. Вон, гляньте, опять эта свечечка. Обалденно. Имитация
настоящий. А прикиньте, как вечером красиво. Ты не можешь как у вас? Нет. Нет. Идем дальше. Ой, глянь, какие эти трюмо. Комодики, не? Нравится? Дочь. Че ты не пищишь, давай? Я тебя обвесила. Че ты не пищишь? И это хочу, и это хочу, и это нравится. Мне ничего не нравится. Чего? А мне все нравится. Я стаканы тикаю. Себя не сильно обделила. А мне все нравится. Мне все нравится. Только стаканов нет. Для печенья в комнату поставлю. О, горшок лучше себе в этот поставь. Аня, почему у них такой маленький выбор? Кости кидать. Почему такой маленький выбор этих? Я не люблю деревянное. Что-то мне не нравится. Татья называется. Карпатский стайл. Нету, да? Джессику вот так вот на стену. Ну, скучная фоторамка. Неинтересная. Ну вот, пожалуйста, все. Вот это и все стаканы, Ань. Тебе нравятся такие стаканы? Мы хотели вот такие. Это свечный стакан. Ой, извините. Мы хотели наподобие таких, только прозрачные. А что, вот так поставишь, и сойдет за стакан. То свечки. Красивая. Я нашла тебе кружечку, Ань. Да, мне нравится такое. Минималист, так она железная. А, нет. Все, не оправдали наши надежды, да? Пошли купим полотенце и вешалки. Ни стаканов, ни полотенцедержателя здесь нет. Вообще отстой. Будем искать в другом месте. Глядите, какую нам штучку предложили. Многоразовый силиконовый ролик. Поняли? 125 гривен. Покатали. Тут силикон липкий. Покатали, помыли под проточной водой. Ань, стой, я тебя покатаю. Покатали, смыли водичкой. И все. Красота? Красота. 125 гривен. В юске. Поняли? Поняли. Классная штучка. Не надо вот это тратиться на бумажные. Хватит вам на год. Я вижу. Что один номер, что рядом все. Тут писец, а тут упс. Где наш писец? Вон он, на солнце. Да? Все, машину оставили на парковке. И идем в Брокарт. Тебе надо куда-то? Не надо. А у меня задача, я в прошлый раз из-за сирены не успела зайти в Брокарт. Хочу купить тушь хваленую. В интернете нахвалили. Я пробовала такую, только другую модельку. А этот раз настроена взять... Мой автобус. Ты успеваешь? Беги до дому на маршрутке. Короче, хваленая тушь. Удлиняющая, поняли? И по красивой цене. Сейчас куплю, если куплю, покажу вам. Все, тушь Е. Потом покажу вам. Все, идем далее. Значит, то, что треба, тут не продается. Мы проверяли. Мы пока не можем обнародовать то, что нам треба. Первое, мы не купили. Второе, еще пару неделек. Ага, почекайте. Значит, мы переезжаем в эпицентр. Мы голодные, мы так хотим есть, да, Дуся? Да. Я кроме винограда и мороженка ничего не ела. Вот тут скажете вы, да? Я наесть и хочу. Все кануло как в бездну. Хочу есть. Значит, из приятностей. Почему-то открыта парковка. Напрочь сломлены с двух сторон эти. Ну, не сломлены, убраны с двух сторон шлагбаумы. И мы два раза были на бесплатной парковке. Представляете? Сейчас еще раз. Давно эпицентр не берет.
еще раз, экономия должна быть экономная, раз. И второе, сэкономила, значит, заработала. Дуся, запоминай, а лучше запиши. Все, мы в эпицентр переезжаем, там включимся. У Ани уже Хэллоуин в голове. Да, Дуся? Да. Боже. Какой ужас. Класс. А сколько он стоит? 800 гривен. Mm-hmm. Аня. А у Сёля в мухоморах. Yeah. Не, ну это у кого-то фантазия вообще. Не халюйся, я не против. Ну, купи себе паука, положи в постель и все. Уже, а, у тебя есть? Положи себе в постель и все. Так. Мы поехали на разведку. Мы нашли то, что искали. Глядите, чисто черная с такой пимпточкой. 329 стримач для паперовых. Есть такая белая. Мне не нравятся эти деревяшки, они откиснут сразу. Вот это нравится. Еще варианты вот здесь были. Краем глаза увидела. Есть никелированный 360 Windsor. Вот так. Ну и какой красивее. Ой, это мягенькая штучка, чтобы не шкрябала мебель, поняли? 1500, ну этот мне не нравится. 400, сейчас буду с Дотей консультироваться. Ну, Windsor это фирма вообще. 450 стоило. Или черная. Пошла советоваться. И тот красивый. У нас белая кухня, черная техника. Наверное, черная победит. Сейчас эксперта найду. Эксперт, а ну, своим стильным взглядом выбирай. Или-или, держи. Черный. Или-или, возьми в две ручки. Черный? У нас черно-белая кухня, да? Значит, черный. А это фирма. А ну есть подставка снизу? Мягенькая, да? Да. А кто производителя, ну дай. КНР, Китай. Значит, черная. Обсмотри ее, она не шкрябаная, все с ней хорошо. Мы, короче, купили то, что хотели, оно уже лежит в машине. Пока, ах, простите, и держим интригу. И накупили кучу каких-то вкусняшек. Это такое себе. Мне кажется, мода прошла уже на двухсторонние эти. Ой, на двухстенчатые прошла мода. У Анины прошла. Это тоже красивая штучка. И в акции. Но это надо у кого какая кухня под нее и выбирать. 360 гривен. Две штуки осталось. Ань, предлагаю идти кушать. Помнишь, я хотела такое. Ужасная ручка. Тебе нравится? Да. Ну, бери. А есть кофе? Pick me. Ужасная ручка. Сама чашка красивая, но этот... Ручка мощная. Тебе нравится? Не, она интересная. Она не... Эпатажная это... такая. Пика иди. Вот там где-то в тех краях есть эта пикалка. Огромный выбор чашек. Огромный. А я хочу эдакую. Эдакую хочу. А здесь такие не продают. Вот так оп. И образовался ужин. У Валентины деруны с салатиком и компотик. А Дуся не захотела ничего выбирать. Сказала панакоту и компотик. Все. Ах, смачного. Аппетита, кто вечеряет. Пахнет? Это вишня или смородина? Черника. Черника. Смачного. Мы не одни. Столь поздний ужин с 28.
С чем? Сухофрукт. На, пробуй этот. Этот лучше? Он не сухофрукт, а он... Может, смесь ты какая-то. Не-не-не-не. А все, не хочу. Ты будешь драник? Не? Все, всем приятного. Одни не хозяйки собрались, а бачите? Одни не хозяйки. Вечеряють. Нормально, панакота? Есть можно, да? Все, хотели пиццу, потом передумали. Весь наш ужин вышел на 104 гривны. Це небагато. Ну, я панакота кінця поставлю. Да, а моё вообще эконом-меню. Бачите? Эконом-меню. Все, смачного. Вот так завершается наш субботний день. Все. Девочки управились, девочки все зробили. Те, що треба, купили. Ах, слава Богу, уже. Да, Дуся? Продукти купили, вкусняшек купили. Да, и едем домой. Держи, Дуся. Я пока ключ найду. Вам говорим до свидания. Ах, спасибо за компанию. Приходьте ще. Ми будемо дуже раді. Все. А ми їдемо домой. Нас чекає Любчик. Тому всім шикарного вечора. Пхни, Дуся. Шикарного вечора. Тихої, мирної ночі. Увидимся в следующем відео. Всього хорошого. Пока.